сегодня мой первый урок, и я решил его посвятить простому и совсем несложному элементу под названием кокаин. Несмотря на свою эффектность, элемент достаточно прост и легок в изучении. База для кокаина по сути стабильная, выполнение ее ядра. Думаю, не будет лишним выучить ее скотч. Для некоторых будет проблемой зайти в начальное положение. Для этого вы можете помогать себе ногой, отталкиваться от трубы турника, чтобы увести неопорную руку на гриф. Теперь поподробнее о самом элементе. Находясь в начальном положении, вы берете небольшую раскачку, сразу же отпускаете неопорную руку от грифа и совершаете движение, похожее на ее ФК. То есть вот так вот. Пытайтесь как можно быстрее заводить свои ноги под гриф. Сначала можете дожимать. Но потом дожатие, конечно, придется убирать. Самой распространенной ошибкой является очень сильная раскачка и непонимание, как нужно залечь меладу и куда нужно совершить рывок. Я желаю вам удачи в изучении этого элемента и ваших дальнейших тренировках. Я надеюсь, у вас все получится. Если вы не можете забраться, вы можете подтолкнуть своего партнера, чтобы он забрался сам. Давай! Все, все.